Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить второй резидент. Так, смешаем траву. В прошлом эпизоде мы сделали себе пистолет. Клёвый. Новый. Вот. Потушили вертолет, взяли ключик. И теперь отправляемся в комнату, да, где нужно использовать этот ключ. Комната находится в другом крыле здания. Она ведет в подвал. Можно так назвать. То бишь в место, которое находится под полицейским участком. Посмотрим, что нас там ждет. Да, кстати, я в прошлом эпизоде наврал насчет проводов, то, что их можно еще подключить на верхних этажах. Я перепутал. Было их можно подключить вот здесь, короче, перед входом в подвал. Не обессудьте, со всеми бывает. Так, возьмем травушку. Вот, собственно, это место, куда можно поставить провода. Так, здесь, по-моему, патроны. Да, для дробовика. Спускаемся вниз. Так, здесь у нас ходят собаки. Так, там еще, по-моему, две. Если не изменять память. Да. Блин. Ну ладно. Обе готовы. Отлично. Так, ну... Сюда нам смысла идти нету. Там только сейф-рум, в принципе. Вот. Туда есть смысл идти в компании за Клэр. Так что времени тратить я не буду. Отправлю сразу. Так, сюда. Здесь есть маленькая головоломочка такая с распределением энергии. Так, карта. Собственно, тоже она не такая сложная, в принципе. Итак, нам нужно распределить температуру, энергию, чтобы стрелка была на 80. Так, теперь вниз. Еще раз вверх. И еще раз вниз. Все. Ничего сложного нету. Смешаем траву.
эту комнату нам рано. У нас нету ключа, карты. Возьмем ее позже. Извини за это. Когда я увидела униформу, то подумала, что ты тоже зомби. Ты кто? Эйда Ванг. И что ты здесь делаешь? Я ищу парня по имени Бен. Он принадлежит к тому типу репортеров, которые всегда ищут сенсации. Я слышала, что ее замкнули в блоке. Там только старая машина, которая переграждает вход. Я попыталась найти другой путь внутрь. Если бы мы работали вместе, мы могли бы добиться чего-то. Дай мне свою руку. Так, Ада нам просит дать ей свою руку. Нашу руку, то есть. Тем самым она просит, как бы, руки помощи. Как-то своеобразно она это говорит. Мы не откажем даме. Эй, да подожди! Так, Эйда у нас слиняла. Причем вот такое будет у нас неоднократно. Да, я угадаю, ты, наверное, Бен, так? Поднимайся. Что тебе нужно? Я пытаюсь заснуть. Это и есть парень? Бен, ты сказал властям города, что ты знаешь о том, что происходит, не так ли? Что ты им сказал? А ты еще кто? Я пытаюсь найти своего парня. Его зовут Джон. Он работал в одном из отделов Umbrella, расположенном в Чикаго, но он внезапно исчез 6 месяцев назад. Я слышала, что он здесь, в городе. Я ничего не знаю, но даже если бы я знал, с какой стати я должен говорить вам об этом. Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? Она у меня прямо тут, офицер. Но я не собираюсь покидать эту камеру. Эти зомби — единственное, что там есть. Что это было? Я уже сказал, я не покину камеру, но... Убирайтесь отсюда, пока вы не пришли ко мне. Хм, я никуда не иду. Я единственный полицейский, который остался здесь. Что? Если ты хочешь выжить, то ты должен идти со мной. Ты хоть знаешь, как выбраться из этого города? За зданием есть канал. Внутри канала есть большая дыра. Идите туда, и вы выйдете к сточной канаве. Но это будет нелегко. Хорошо, я иду. Ну вот, там показывают, куда нам надо. Чтобы туда попасть, нам нужно взять ломик. Так, смешиваем траву. Да что ты будешь делать-то опять? Thank you.
фрукты перемешиваем. Все отлично. Собаки, их нужно успокоить. Ух ты, нифига себе. Это как это было? Ну-ка, давай-ка. Так. Используем лом. А-а-а, промазал, блин. Спешу куда-то. Непонятно куда. Ладно, тогда возьмем красную траву. Связываться с ними не будем. Если можно пробежать, ну тогда не будем связываться. Еще одна зеленая трава. Сможем смешать? Нет, не получится. Значит, сбрасываем. Так, и все, да, по-моему, здесь больше ничего нету. По-моему, тоже пока ничего мы сделать не можем. Да. Чтобы активировать касцену, нам все равно надо было сюда заходить. Эйда! Я думаю, я еще не представился. Меня зовут Лиен. Это конец. Ты думаешь, нам надо идти наверх через эту шахту? Поднимай меня, я хочу проверить. Нам передается управление Адай Вонг. Тут нам надо будет немножко... Да козел ты. Немножко поразгадывать тоже головоломочку с ящиками. Выстроить мост. Можем так сказать. Все. Так, вроде врагов здесь больше нет. Так, карта.
спускаемся вниз и делаем мост из ящиков, на которых, кстати, эмблема Umbrella. То есть не чисто эмблема, надпись Umbrella сокращенная. Да ладно, что я там не до конца его. Потому что эмблема Umbrella — это зонтик, так как Umbrella переводится зонтик. Так, все готово. Можно запускать воду. Отлично, берем ключик. Сейчас зайдем еще одно место и отправляемся обратно к Леону. Собственно, за этим мы сюда и пришли. То, что больше здесь ничего нет. Леон, ты меня слышишь? Эйда, ты что-нибудь нашла? Вот здесь. Думай быстро. Вот еще один. Слушай, я не могу достигнуть вентиляционной шахты. Я поищу другой путь. Я присоединюсь к вам позже. Что? Эйда, подожди! Снова Эйда у нас убегает. А мы берем ключик и патроны для дробовика. Все, теперь можно отправляться за картой. За ключ-картой. От арсенала с оружием. Так, так, так. Ай. Цапнул все-таки. Главное, чтобы не траванул. Проверить. В принципе, когда травит ядом, тогда он за бок держится сразу же. Так, лизуны появились. Так, главное, одного с первого удара зафигачил. А второму пришлось три раза выстрелить. Так, попадаем в морг. Сейчас у нас тут будет кровавое месиво.
Да сколько вас тут? Так, этого здесь ничего нет. Все, теперь отправляемся в арсенал с оружием. Так, набираем патроны. Сколько можем унести? А можем мы унести немного. Так, а подсумок мы оставим для Клэр. Все, теперь можно направляться обратно в полицейский участок. Ящик пуст. Патроны. Все. Лежит жмур. Отлично, берем магнум. Вот это клевая штука. Дневник сторожа. 11 августа. Мне довелось увидеть голубое небо впервые за прошедшие годы, но это не помогло мне избавиться от хандры. Шеф отчитывал меня за пренебрежение служебными обязанностями, когда я был на вершине часовой башни. Единственное, что я до сих пор не могу понять, шеф, казалось бы, больше озабочен тем, что я забрался на башню, а не тем, что оставил свой пост. Да вообще, зачем кому-то понадобилось запрещать доступ на башню? 5 сентября. Я недавно разговорился со стариком, что работает на мусорной свалке. Его зовут Томасом. Довольно тихий и, кажется, очень любит шахматы. Он даже для дверей на своей свалке сделал особые замки и ключи в виде шахматных фигур. Мы договорились с ним сыграть партию шахматы завтра вечером. Интересно, насколько он хорош? Единственное, что меня беспокоит, так это то, что он вечно чешется. Что это, кожная болезнь или просто невоспитанность? 9 сентября. Томас оказался куда лучшим игроком, чем я мог предположить. Раньше я считал себя хорошим шахматистом, но он расправился со мной в 2 счета. Пожалуй, единственное, что может сравниться с его мастерством, так это неумеренность аппетита. За время игры он только и говорил, что о еде. На вид он был вполне здоров, только что-то в нем казалось мне очень странным. Интересно, все ли с ним в порядке? 12 сентября. Сегодня у нас с Томасом должна была состояться еще одна партия. Нам пришлось ее отложить из-за его плохого самочувствия. Он заглянул ко мне, но я отправил его домой отдыхать, потому что выглядел он словно ходячий мертвец. Хотя он утверждал, что чувствовал себя нормально, но с первого взгляда было видно, что у него реальные проблемы. Если подумать, в последнее время я и сам стал чувствовать себя неважно. Так, магнум сейчас мы сразу уберем, чтобы будем тратить его чисто на боссов. Исследовать полицейский участок мы почти практически уже закончили. Осталось дело за малым. Так, сюда же, да, по-моему.
Так, тут будет сейчас еще одна головоломочка. Угу. А место у нас нихт получается. Ладно, сейчас все сделаем. Так, здесь по очередности надо. По очередности у нас, по-моему, вот это средняя. Там идет вот это. И вот это. Ну, пленку места нету, чтобы взять. Итак, выкладываем сразу кольт. Берем УЗИ тоже. Берем рукоятку. И в принципе, все, нам больше пока ничего не надо. Рукоятка и шестеренка. Я затупил. Ну и на этом я закончу эпизод. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. В следующем эпизоде мы продолжим исследовать. Приберемся в часовую башню. Вот. Также, наверное, сбегаем, заберем пленку и посмотрим, что на пленке. Ну что, я со всеми прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока.